необходима серия к Новому году и что-нибудь будет максимально новогоднее и эпичное. Первым делом я предлагаю нажраться. Слепим большого снеговика. И взорвем его. Так, я предлагаю план снеговика. Ракетницы, направленные в... На него же. На него. Тоже вполне возможно. Бенгальские огни вместо бороды. Это единственная серия, в которой у нас есть план. Россия! Друзья! Сука, всех с Новым годом! Каждого с Новым годом! Ребята, это не просто Новый год, нашему блогу тоже год. Черт возьми, любим, не можем каждого. И давайте сегодня в нашей маленькой уютной компании что сделаем? Набухаемся! Коньяк где? С Новым годом! Московский энергетический институт, факультет технической физики, дипломная работа. Мам, как ты и хотела, я стал большим человеком. Мужик, расскажи, как мы сегодня будем строить снеговика? Мы делаем один большой шаг. Я понял. Ребята, план пока, как вы понимаете, не очень ясен, но Ваня будет непрерывно инструктировать по мере работы, потому что что? Главный инженер по снеговикам. Чтобы вы понимали, вот, Сереж, вот так выглядит работать с душой. Вот то видео, тот маленький видеоряд, который от 6 до 15 минут, он выглядит на самом деле вот так. Снег, пропитанный потом и кровью. Мы скатали по плану... По плану Вани мы скатали примерно, наверное, 6 валунов. И сейчас мы будем придавать им форму шара. Дальнейшие действия, вот как это будет в этажности выглядеть, пока непонятно. Ген, ты разводишь дебош, ты выводишь меня на конфликт. Да? Кого? Габара. Мне не нравится это, ты потом продолжаешь. 2, 3. Огромный привет Бурдуниной, это мой преподаватель по начертательной геометрии. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетовые. Зовите врача! Эта тусовка умирает! Дорогой, хороший мангал, мангал-конверт. Слушай, что за металл? Металл? Я понимаю, все нормально. Оцинкованная мразь. Главное выбрать хорошее место. Вот, поэтому ставим его здесь. Хорошее мясо пахнет, как хорошая женщина. Огромное спасибо. Я вас люблю. А как ты сделал? Тут здесь ссылочка внизу, там ссылочка вверху. Ты хочешь магию Ютуба узнать? Ссылка на Инстаграм Гриша. Видел? Отлично. Вот так нужно делать. Как-то мы немного заскучали в поисках темноты, и сейчас папа протестирует. УАЗик. Я не знаю, там газ, тормоз, что? Там как везде, газ, тормоз. А я не умею же водить. Вообще не умею? Конечно, садись. Я не вижу. Тихо, тихо. Ну что, контент. Друзья Габара пьют в самых неожиданных ситуациях. Take a touch with you or me.
чем закончилось, мы сели на пузо. Я всегда уверен, что владельцы вот этих машин, они добиваются того, чтобы сесть на пузо. И там вечеринка, посмотрите, никто из них даже не загрустил. Ребята, в моей жизни столько пиротехники не было никогда. Поэтому я предвкушаю шоу. Сука, я вас безумно всех люблю и желаю в следующем году вам всего самого лучшего. Любви, здоровья и, черт возьми, всеобъемлющего счастья. С Новым годом!